Встречайте новинку, новинку телеканала Шоп-н-Шоу. Первый раз в эфире полетели бабочки. Плед в четырех ярких, сочных летних расцветках. Впустите уже сейчас лето в свой дом вместе с ярким эффектным декором. Главнее всего погода в доме, а все другое такая, мне кажется, суета и ерунда. А когда у нас яркие краски, сочное, аппетитное настроение, у меня прям все, мне петь душа хочется, поет. Танцевать, душа поет. И ты знаешь, мы все время ждем лета. Вот какое-то особое это время в нашей жизни. Лето, лето, лето проходит, краски уходят, и что делать? Давайте просто сейчас раскрасим сами свою жизнь вот такими сочными, аппетитными, яркими красками. Новинка! Плед бабочки! Я для себя уже выбрала. Выбрала оранжевый. О, смотрю, тебе приглянулся желтенький. Я очень люблю этот цвет, прям лимонный оттенок, бабочки зеленые. Я что-то, вы знаешь, полюбила зеленый цвет. Здесь видишь, сколько много очень красивых бабочек голубых и зеленых. Как идеально будет сочетаться с нашими фотошторами сочные краски лета. Ну, четыре цвета у нашего пледа бабочки. Вам достаточно выбрать свой. Ты, давай, сейчас прям как, ты сейчас как волшебница спрятала наше скучненькое кресло-диван и превратила его в яркий солнечный позитив. Ой, какая красота. Если я выбираю оранжевый, Юля выбирает для себя солнечный, яркий, есть желтый. Есть еще два. Как делить будем? Я что, беру голубой? Делить? Ну хорошо, бери голубой, а я тогда себе розовый. Четыре цвета, полутораспальный размер, 150 на 220, оптимальный для кресла, для диванчиков. Хотите подарить вашей старой мебели новую жизнь? Пустите лето в свой дом вместе с пледом бабочки. Эксклюзив от телеканала Шоп-н-Шоу. И яркий, сочный, витаминный коктейль для вашего неповторимого интерьера. Потому что ваш интерьер никогда не будет скучным вот с таким потрясающим принтом. Да, с такой новинкой. А главное, вы первые счастливые обладательницы станете пледом бабочки. Ты знаешь, Юль, я вот о чем подумала. Такой плед, такая расцветка идеально для детской. Просто вот очень прекрасно. Часто я хожу в гости к своим подружкам, у кого маленькие дети. Моя родня часто приезжает в гости. И всегда ломаешь голову, что подарить детям? Игрушки, да родители, бабушки, дедушки уже напокупали, набавили. Уже девать игрушки некуда. Книжки уже тоже всевозможные. А представьте, как красиво плед. И в детскую, и на кресло, и ребенку дать поиграть, да все, что хочешь. И в поездке с собой взять. А как здорово малыша из ванны вытащить, да, укутать в теплый плед? Можно, но потому что гипоаллергенный нужно... плед. Да, вот именно в этом моменте нужно разобраться поподробнее. Давай остановимся тогда на качестве. Действительно, если мамы, бабушки, тетушки у экранов, обязательно в детскую берите без проблем. Это гипоаллергенный материал. Ваш детей будут здоровы, ничто не пошатнет их здоровье. Велсофт вообще по гигиеническим качествам, вот по своим таким экологическим свойствам вообще считается одной из самых лучших тканей в линейке домашнего текстиля. Между прочим, Ариша прошел международную сертификацию, одобрен европейскими лабораториями. Ткань, в которой действительно совершенно спокойно вы сможете заворачивать малышей своих, себя. Вот укутаюсь с вашего фонаря, а я уже удержаться не могу. Укуталась уже, я раньше, потому что неправда, невозможно. Хорошо. Когда ты знаешь, что это красиво, когда ты знаешь, что это качественно, когда ты знаешь, какая это мягкость. Вот почему, Юль, ну мне так жаль, ну почему сейчас камеры не передают тактильные ощущения? Я бы с таким удовольствием поделилась, вот дала бы вам прикоснуться к этой мягкости, потому что все, уже даже никакая расцветка с этой мягкостью не сравнится. Сейчас будет то самое время, когда солнышко обмачивает, отопление в квартире отключили, помни эти времена, шерстяные носочки, свитер, сидишь зубами, стучишь чаем, отогреваешься. А теперь, когда в моей коллекции есть много пледов, я просто кутаюсь, я просто согреваюсь. Ой, Ариш, ты знаешь, а мне даже вот когда не холодно дома, не специально, чтобы согреться, а просто я просто для уюта кутаюсь в плед. Всегда мне очень нравится. Потому что я сижу, перед телевизором бывает парочку, тройку часов, ножки мерзнут, я всегда кутаюсь, всегда использую. Я вообще считаю, без пледа дом не дом. Согласна. Такой аксессуар, в котором просто какой интерьер без пледа. В каждом уголочке есть. Дети у меня как любят кутаться. Утром дочка идет кофе пить, уходит в школу. Потом встает сын, пледиком этим же кутается, бегает в колледж. Они у меня постоянно вот в руках у них мне плед. Кажется, Юль, такой плед уже с бабочки, он станет самым любимым в вашей коллекции. Ваши детки, ваши внуки, вы сами будете все время кутаться и укрываться. Это отличное решение для подарка. Вы подарок и мягко, и ярко, и цветотерапии. Все так будут рады. Действительно, ой, цветотерапия мощная. Вот смотрите, например, желтый цвет благотворное влияние на глаза оказывает. Голубой это цвет такой ближе ко сну. Вот его в детскую пледики, например, если будете брать, очень будет уместно. Ой, Ариша, оранжевый цвет это цвет настроения. Если у тебя интерьер заскучал, вот разбавь его оранжевым цветом. Малиновый это акцент, и это стиль.
стильно, он стильно. Больше фуксию сюда уходит, да, это тренд 2016 года. А можно даже, кстати, поделить голубой, например, мальчику, розовый девочке. И так тоже подойдет. Но, ты знаешь, Юля, для меня очень важно, чтобы плед не электризовался. Здесь я вижу столько ворса, столько мягкости. Сейчас буду проверять на себе, потому что, когда что-то потрескивается или покалывает, проверять совершенно потом уже запутаться не хочется. Посмотрите. Снимаю. Сколько бы ты ни терла, не будет накапливать статическое электричество плед из Валсофта. И поэтому вот именно за счет того, что он и не электризуется, он еще и пыль не притягивает. То есть, казалось бы, Ариш, да, густой вроде бы ворс, вопрос сразу. Должен быть пылесборник. Да, если, например, постелили на кресло или на диван, да, у многих вопрос, правда, вдруг пылесборник. Нет, вот за счет того, что не накапливает статику Валсофт, не притягивает пыль. То есть, вот это абсолютная гигиена вашего дома. Ты посмотри, как полетели наши бабочки. Прям даешь пледы движение. А он все крылышками машет, летит. Ваша новинка отправляется к вам. Вот так красиво укутаться, разбавить интерьер, сделать все, что тебе хочется. Но, Юля, еще часто мы сидим на наших пледах, часто они протираются потом, особенно, да, ну, бывает, любимый сериал, часик-два, за чашечкой чайку, телефончик бывает. С мамой поболтала, а потом все у нас в проплешинках. Плед не стирается, а еще и формы не теряют. Ну, давай проверим, что мы будем так, с тобой. Так, в тени толкай поиграем. Давай поиграем немножко, действительно, в тени толкай. Такая, как бы, такая у нас шуточная с тобой форма показа, но, тем не менее, она очень-очень показательная. Форму действительно не теряет за счет того, что это трикотажное плетение. Ну, по типу трикотажа плетется. Так, нет, ты подожди, ты растяни, я сейчас посмотрю внимательно. Внимательно смотрим. Ваш плед бабочки всегда останется в форме первозданной. И вы уверены, что он с вами надолго. Я подвожу итог практичности нашего пледа бабочки. Не электризуется, раз, не запыляется. Два. Сохраняет свою форму и геометрию. Три. Цветает, имеет две стороны. Четыре. И четыре сочных цвета. Гипоаллергенный, можно в детскую. Шесть. На подарок идеально. Семь. И все это по цене 999 рублей. Позвольте себе больше. Не отказывайте себе в ярком текстиле. Ведь как его больше, тем наш дом становится уютнее.